Разворот под запрещающим знаком закончился плачевно. Мотоциклист залетел под грузовик. У байкера травма ноги. Авария произошла на загородной трассе. Водитель грузового автомобиля рассказывает, что ехал с небольшой скоростью, начал перестраиваться с одной полосы на соседнюю, когда услышал громкий удар. Мужчина вышел и на земле увидел мотоцикл, а неподалеку и водителя двухколесного транспорта. Я перестраивался со второй полосы на третью и произошел удар. Я думал, машина, а это оказался мотоциклист. А говорят, что вы вроде как разворачивались вот здесь на... Ну, я проехал медленно, просто-напросто. Медленно ехал. И удар был. Байкер при падении повредил ногу. Его забрала машина скорой помощи. Уже из больницы он позвонил своему другу и рассказал, что грузовик действительно совершал разворот в неположенном месте. На разрыве между леерами установлен дорожный знак «Движение прямо». Шофер грузового автомобиля утверждает, что он не совершал маневр, а просто двигался медленно. В таком случае, почему грузовик находится на второстепенной полосе? На этот вопрос мужчина не нашел ответа. Пока не ясно, кого признают виновником аварии. Решение будет приниматься после выздоровления пострадавшего мотоциклиста.